расскажу вам историю с одной катки. Лечу как-то в самолете, слышу голос какого-то Хуанхэ, не успеваю записать. Прыгаю на ивент, думаю, там будет мясо, оказывается, не так, ищу, бегаю типов. Артем, это мой тиммейт, откисает и жалуется. Я прилетаю, забираю троих типчиков и откисаю от последнего. Ну ничего, думаю я, и опять слышу в самолете этого Хуанхэ, оказывается, это я его забрал на ивенте. Говорю ему пару ласковых, это он ты лох, и начинает кричать. Орёт, сучка. В итоге встречаемся на ивенте, он забирает Артема, а его забирает мой тиммейт. А что бы дальше, видите сами. Бля, где он?